в Раде ожидают, что Украина станет членом НАТО быстрее, чем Евросоюза. Украина может вступить в Североатлантический альянс НАТО раньше, чем обретет членство в Европейском Союзе. На это указывает динамика переговорного процесса и традиции по расширению ЕС. Об этом заявил народный депутат, первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко, передает новости Украина со ссылкой на Украинформ. По словам политика в ходе геополитического диалога на базе European Policy Center, Центра европейской политики, в Брюсселе, он ожидает, что мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза. Корниенко обратил внимание, что все волны расширения Евросоюза происходили после европейских выборов, а следующие планируются на 2029 год. Поэтому, я думаю, следующая возможность для расширения ЕС может открыться, именно после этих выборов в Европейский парламент, сказал Нардеп. Первый заместитель председателя ВРУ добавил, что украинская сторона сделает все с нашей стороны, чтобы быть подготовлены к такому развитию. Но каким будет решение стран-членов, сейчас предусматривать сложно. Пять лет в политике – это очень продолжительное время, отметил он. Корниенко также рассказал, что в ходе визита в Брюссель вместе с государственной делегацией занимается вопросом переговоров о продолжении скрининга украинского законодательства на соответствие правовым нормам ЕС. Именно это является важнейшим и сугубо практическим условием для членства любой страны в ЕС, сказал депутат. Он добавил, что Украина четко осознает, что процесс расширения основывается на достижениях каждой страны кандидата и готова добросовестно работать чтобы пройти этот путь евроинтеграции и обрести полноправное членство в Евросоюзе. Напомним, в июне тогдашний глава Мид Дмитрий Кулеба заявил, что Украина установила рекорд по пути от заявки на членство в ЕС до начала переговоров. Недавно в октябре бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украину могут принять в НАТО, несмотря на наличие оккупированных территорий. Добавим, 7 октября американское издание The Washington Post писало, что страны НАТО на заседании в формате «Рамштайн» предложат конкретные шаги по вступлению Украины в Альянс. А перед этим стало известно, что на «Рамштайне» 12 октября президент США Джо Байден может повысить статус украинской заявки по вступлению в НАТО.